Город Запорожья. Я Черкова Александра. Я рада приветствовать вас. Я живу в городе Запорожье, и я горжусь, что я родом с Казанского края, известного во всем мире своей историей. Мне 11 лет. Я учусь в 5-й школе, где у меня много друзей. Но больше я люблю первую музыкальную школу, ведь именно там я обучаюсь на театральном отделении. Но и мои выходные не бывают скучными, потому что я занимаюсь любимым делом – бард-студия «Пани Ирына». И это делает меня счастливей. Поэтому мой девиз – несмотря на все проколы, наша жизнь полна приколов!